Попробуй себя в роли организатора праздника, написать сценарий и воплотить его в жизни. Этому и многому другому можно научиться в новой секции «Эвент-команда» в молодежном центре. В нее приглашают ребят старше 12 лет. Обучение рассчитано на один год. После каждому ребенку выдадут сертификат аниматора. Планируется два мероприятия в год, отчетных мероприятий. Это новогодние праздники, мы надеемся, все-таки они состоятся в офлайн формате. И итоговые мероприятия, которые ребята должны будут организовать сами. Четвертый год подряд на базе молодежного центра работает медиаклуб в формате .ру. Ребята учатся работать с современными программами, создают видеоролики и презентации, постигают азы монтажа и редактирования аудио и видеофайлов. Участники медиаклуба всегда принимают участие в различных городских мероприятиях, многое снимают, фотографируют, помогают даже молодежному центру, выставляем различные, тоже публикуем ролики. Помимо этого, записаться можно в клубы «Молодая семья», «Настольные игры», «Игромания» и «Киноман». Также открыта запись в волонтерский клуб «Инсайт» и театральную студию. Подробнее о кружках можно узнать на дне открытых дверей, который пройдет 26 августа в онлайн-режиме. На сайте молодежного центра в группе ВКонтакте вы выложили много информации о наших объединениях, о порядке зачисления. И уже сейчас можно записаться в объединение через сайт «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области» и заполнив форму, Google форму ВКонтакте молодежного центра. Непосредственный прием документов в молодежный центр на обучение будет проходить с 31 августа по 15 сентября. В день открытых дверей будет работать горячая линия. Звонить можно по телефонам 993 13 991 12 с 12 до 19 часов. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.